Слава Украине, привет всем от Полонского. Я уже вам рассказывал о том, что российская армия тупо мародерит магазины, дома жителей Курской Народной Республики. И вот они уже, да, церкви мародерят, да, о церквях тоже рассказал. И вот они уже, похоже, достали этих самых жителей по самое некуда, потому что местные жители пошли жаловаться самому царю, да. Пошли писать Путину о том, что творит российская армия в Коренево, в которой украинской армии не было ни одного дня. Да, рядом были бои, но в само Коренево, именно там, где жилая застройка, украинская армия ни разу не заходила. И поэтому списывать, как там пытаются расисты списывать случаи мародерства на украинскую армию, никоим образом невозможно. Нас там нет. Да, так вот, что пишут сами же жители этого самого Коренева. Они пишут то, что разграблены абсолютно все, без исключения, магазины и торговые точки. Называют цифру более 20, ну, поселок небольшой. Судя по всему, это все, что там есть. То есть вынесено абсолютно все. Все разграбили, все повыносили, все раздолбали. Также это еще не все. Они выбрали 10 наиболее таких вкусных с точки зрения расистов домов. Видимо, самое приличное, самое под самым лучшим. По самой лучшей крыше, ну, те, которые выглядят покрасивее. И, собственно говоря, полностью их разграбили, вынесли и отмародерили просто-напросто, как хотели. Вот так вот, друзья мои, чтобы вы понимали, что такое российская армия. Я одно хочу сказать. Совсем недавно вот эти же люди, которые сейчас жалуются на расистов, да, из Коренева, я абсолютно уверен, что они говорили, что вот все, что было в Буче, в Ирпене, в Ворзеле, там под Киевом, все, что было, вот эти грабежи в Херсоне массовые, нет, это все фейк, нет, такого не могло быть, это же наши мальчики в трусиках, они такого не делают. А я их теперь хочу спросить: ну что, как там ваши мальчики?